Привет-привет! Вы на канале Дианкан. Сегодня, как вы видите, я вам покажу мой новый пенал, который я купила. То есть мы купили за 35 рублей от Top Model. Как вы видите, вот тут очень красивая девочка. Ее имя Хайден. Этот пенал более сиреневый и розовый. Короче, у него есть 3 этажа. Тут есть такая красивенькая вишенка. Тут есть опасность. Вы прочитали? Если не прочитали, тогда нажмите просто на паузу. Тогда вы сможете прочитать, потому что я еду дальше. Короче, мы теперь идем к первому этажу. Как вы видите, тут одна линейка. Тут есть место явной ручки. Тут были 2 карандаша, с ним я уже рисовала. Тут есть зеркало. Привет! Тут есть ножницы. Тут есть точилка, резинка и клей. Переходим к второму. Все, я уже открыла второй этаж. Как вы видите, тут очень красивые краски. Тут, например, золотой, а тут серебряный, желтый, неоново-оранжевый, оранжевый, черный, коричневый, еще один коричневый, только немножко потемнее. Как вы видите, тут розовый. Тут розовый потемнее, это не красный. Тут сиреневый посветлее, а тут темнее, как я думаю. Тут есть еще голубой и синий. Тут салатовый, зеленый и такой голубой с зеленым смешали. Переходим к третьему этажу. Открываем третий. Тут, как вы видите, фломастеры. Тоже розовый, желтый, оранжевый и такое. Вот только я вас хочу еще спросить. Вот сколько у вас стоит такой пенал от Top Model? Если вам это видео понравилось, ставьте лайк. Пока-пока. И, кстати, пишите в комментариях.